Всем, друзья, привет! Вы на Купе, и мы начинаем играть память Догмы, код 01, версия 1.2. Она все классно сделана и вроде бы как переведена полностью. Но все равно начнем нашу новелку. Стартуем! Если вы спрятите вещь субъективная, то она должна быть неотъемлемой частью моего существования. Видимое и невидимое. Морис Мерлапонти. Ты помнишь, что было 3 года назад, в этот же день? Что ты делал? Где ты был? И с кем? Практически никто не сможет сходу ответить на этот вопрос. Человеческие воспоминания постоянно записываются и перезаписываются. Иногда информация перемешивается в произвольном порядке. Или сами события порой неправильно запечатываются в базе данных человеческого мозга. Невозможно предсказать, как память будет обнаружена или удалена. И даже неизвестно, верно ли ты что-то воспоминание об определенном событии или нет. Чем сильнее пытаешься запомнить, тем больше в итоге забываешь. Но вот в поле твоего восприятия попадает какой-то звук, запах или предмет, и это становится спусковым крючком. А подробности, восстанавливающие даже самое смутное воспоминание. Эти коллекции воспоминаний — смутное объединение обрывков информации и позволяют людям уверенно говорить «я — это я». Почему же ты? Ты? В ответ можно сказать «немногое». Мой собственный опыт, слова давно мертвого человека, который я прочел, слова, произнесшего кем-то, впоследствии принятые мной за мои собственные, совокупность всего того, что из-за чего я думаю, что я – это я. Вот единственный настоящий ответ, к которому можно прийти. Хотя на самом деле это не более чем личный опыт. В момент получения информации от второго лица ты фильтруешь ее через собственное восприятие, и она становится твоим личным опытом. Весь накопленный личный опыт, все имеющая информация, сохраняется в воспоминаниях. Так что живое выходит, человеческое «я» состоит из одного и того же восприятия. Если это правда, то как же быть с ней? С трудом подняв тяжелые веки, я смотрю перед собой и вижу все темнее красного цвета. Слабый запах антисептика щекочет мои ноздри. Это Хироки. Я поднимаю голову, чтобы убедиться, что еще и могу двигаться. Первое, что бросается мне в глаза, это AR-дисплей. Хироки Касухара. Прозрачный экран, заполненный множеством чисел и слов. Прямо передо мной. После я обращаю внимание на свое тело. У катан несколькими стерильными простынями, только руки из-под них и торчат. Левое запястье обмотано белым бинтом. А, госпиталь. Да более знакомая картина. Сознание понемножку проясняется, и вскоре я уже слышу как-то. Кто-то стучит по клавиатуре. Я смотрю туда, и оттуда доносится звук. И вижу, мой друг. Амания Кахеру сидит у меня на кровати, и уткнувшись в свой древний ноут, он чувствует мой взгляд и отрывается от монитора. Ой-ой! А, что за недовольный вид? Ты насколько не рад меня здесь видеть? Какое сегодня число? 24 августа 2030 года. Прошло около 6 часов с тех пор, как тебя доставили в госпиталь. Ясно. Я снова облажался. Тихо бормотал, покосившись на левое запястье. Услышав это, как Эру издал сухой смешок. Ха-ха, ты все никак не поймешь, что резать запястье — самый ненадежный способ самоубийства. Кажется, в прошлый раз уже говорил. Я еще в прошлый раз именно ты донес меня. Блин, да поставь себе секундочку на мое место. Благодаря тебе, моим летним каникулам, крышка. Оставь меня в покое, я не просил о помощи. Так что можешь идти и наслаждаться своими каникулами. Думаешь, я сидел бы здесь? Если бы ты разорвал все связи сам с собой, прости. Хочешь купить свою вину? Помоги с докладом по линейной алгебре. Он натянуто улыбнулся.
Слушай, Хироки, Кокэйро смотрит на меня серьезным взглядом. А? Ты такой сильно хочешь встретиться с Сарано Тян. Я отвожу взгляд, смотрю в окно. Сарано. Мидзунаси Сарано. Девочка, с которой я провел 3 года своей жизни. В прошлом месяце она внезапно погибла. Если верить полиции, Сарано ни с того ни с сего выскочила с дороги близ парка Футю, прямо под колеса проезжающей мимо машине. С тех пор, как я об этом узнал, я уже не раз пытался порезать ей руки. Легонько надавливаю на левое запястье. Не уверен. Просто время от времени начинает казаться, будто Сарано зовет меня. И когда это случается, я надавливаю сильнее. Я чувствую, как по телу бегает легкая боль. Хотя бы так я могу почувствовать себя чуточку ближе Сарано. Кокэйро продолжает смотреть на меня, а потом внезапно хватает за свое запястье. Не потому что тоже порезал его, а чтобы запустить МДР. О! Отпертое. Мобильное устройство дополнительной реальности сокращает МДР, последняя модель портативных терминалов. Сделан в виде браслета и носится на руке. На нем можно слушать музыку и убивать время в мобильных играх. На его основная функция – голографический AR-дисплей, используемый для связи с серфинга сети. Национальная идентификационная система была управлена 2 года назад, так что отправки всей персональной информации также происходят через МДР. По всему прочему, с его помощью можно совершать электронные платежи и в круглосуточных магазинах, и на станции метро, а еще используется для качества идентификатора, а также требует доступ в некоторых местах. И же... Ну-ка, подожди. Система «Мой номер». Универсально присваивающий каждому гражданину, этот номер облегчает обмен необходимой информацией персонально между разными государственными учреждениями. Он был разработан для упрощения процедуры уплаты налогов и получения страховки, а также для уменьшения количества ошибок, зависящих от человеческого фактора. Тем не менее, мошенники используют невежество людей в данном вопросе, порождая новую проблему. С появлением системы персональной идентификации МДР в 2027 году реализация системы «Мой номер» была завершена. Угу. Хорошо. Когда какие-то сервисы запрашивают удостоверение личности, в наши дни трудно найти японца, у которого бы не был МДР. Аббревиатура мобильного устройства. Дополнительная реальность. Это термины, выполненные в форме браслета, который работает, будучи закрепленным на предзапястье, проецируется AR-дисплеем. Представляет собой голографический экран. На этом экране можно просматривать сайт, смотреть видео и связываться с другими людьми. Также MDR служит в качестве идентификатора при использовании различных услуг и посещении определенных учреждений. Со старыми ноутбуками, как у Кокэйро, хотят только энтузиасты и те, кому нужен он на работе. Бодрый музончик. AR-дисплей раскрылся передо мной и показывал, какой сайт. Смотри, это центр связи, ты должен знать, что там оцифровывают и записывают воспоминания умерших. Да? Центр, нифига себе. Центр связи. Цепочка событий, которая привела к основанию, была своего рода темной глава нашей истории. 3 года назад исследования одного института преуспели в оцифровке и записи человеческих воспоминаний, используя технологии под названием электронная память. Так, пройдемте. Технология, которая оцифровывает память людей и хранит в виде файлов, служит основой для услуги связи, которую предлагает центр связи. Эта услуга позволяет разговаривать о воспоминаниях умерших. Из-за большинства количества происшествий с незаконным копированием воспоминаний и их последующее использование в преступных целях, общество яростно добивалось более строгого контроля над оцифровкой памяти. В ответ на эту просьбу, в 2028 году правительство перенял закон о хранении памяти, который запрещает оцифровку памяти живых людей. В нынешнем 2030 году в оцифрованном виде хранятся только воспоминания умерших людей. Угу. Это должно стать инновацией, облегчающей повседневную человеческую жизнь. Однако, вопреки ожиданиям, электронную память начали использовать в преступных целях. Например, случается несанкционирование копирования воспоминаний, последующих преследованием человека. Более того, эта информация во времена продавали на потеху извращенцам. Люди, находившиеся в подобном наслаждении, осознали, что
это ничем не сравнимо, и стали искать воспоминания позаощрённее. В конце концов, пошло до худшего из возможных итогов. Люди стали похищать и подвергать насильственным актам, а затем загружать в интернет их память об этом. Это событие получило название «кошмарное воспоминание». Прочитаем. Собирательный термин для цели похищения, произошедшее 27 по 28 года. Общей чертой среди всех происшествий было то, что воспоминания жертвы оказывались в сети. Если конкретнее, то потерпевшие подвергались нечеловеческим пыткам, и воспоминания о них загружались в интернет, где их просматривало множество людей. События глубоко ранили всех пострадавших. Этот инцидент вызвал недовольство общества. Организованный протест, целью которого был контроль за оцифровкой воспоминаний. Виновники этих зверств были арестованы, и правительство после инцидента затянуло жесткую позицию и било копирование воспоминаний живых людей вне закона. Тогда, после долгих попыток найти способ сделать эту электронную память безопасной и полезной, правительство создало предприятие для хранения воспоминаний усопших людей. Так, учреждение создано для тех, чтобы люди могли связываться с воспоминаниями умерших других друзей и членов семьи. Центр связи управляется японской организацией связи ЯУС. Токийский центр связи расположен в центре Фудзю, префектуры Токио. Служит ЯУС штаб-квартиры. Центр связи также размеров расположены в Саппоро, Осаке и Фукуоке. Так, а здесь когда... Так... В центре связи можно получить доступ к воспоминаниям мертвых и поговорить с ними. Можно услышать голоса своих погибших родных, друзей и любимых. Ты же знаешь, что воспоминания хранятся только 49 дней после смерти. Именно только по мнению буддистов, душа ожидает своей регенерации в другом теле. В течение этих 49 дней она переходит в другую... с этой жизни в другую. В Японии же под 49 днями подразумевается время, за которое мертвые определяются в загробную жизнь. В течение этого времени судья подземного мира решает, куда в конце концов отправится его душа. Именно поэтому семья умершего обычно выполняет буддийскую службу на последний день, прославляя прижизненные заслуги покойника. Служба считается самообразной последней защитой в надежде, что судья сочтет усопшего достойной рая. Да. Сарано Тяна умерла 13 числа прошлого месяца. Ее воспоминания будут цикрокремирован 31 в этом. Это последняя неделя, когда с ней можно поговорить. Процесс удаления воспоминаний мертвого человека из базы данных Центра связи словно навеян японскими традициями. Практически погребение или кремации воспоминаний погибших хранятся в Центре связи в течение 49 дней. Цикл кремации воспоминаний – это попросту удаление данных. Иначе говоря, правительство, по сути, советует людям забыть все, что было, и спокойно жить дальше. Может, сходишь и послушаешь голос Сарано Тян хотя бы раз, прежде чем дать ей воспоминаниям исчезнуть из этого мира. Вдруг это поможет тебе хотя бы немного утешиться. Может, ты и прав, но... Сомневаюсь. Почему я не оставил Сарано тогда? Почему позволил ей умереть? Я так и не просил этого. Не обращай внимания на то, что я замолчал. Каэро притягивает руку и к изголовью кровати. И касается моего МДР, лежащего на прикроватной столике. Он берет его, кладет передо мной. В общем, давай хотя бы сходим туда, ладно? Но... Ну же, идем. Я немного поколеблюсь, но все равно протягиваю руку и забираю у мами свой МДР. К счастью или же нет, но пока я был без сознания, меня кормили внутривенно. Так что, хоть я бы немного не в себе... Сбежать из госпиталя не составило труда. Центр связи Токи находится в шаговой доступности от Санта Футю, ближайший к нам. Насколько я помню, ее открытие 2 года назад сопровождалось довольно пышной церемонией. До него где-то полчаса ходьбы от госпиталя, в котором я оказался. Сегодня такой приятный прохладный ветерок. Разве? Ага, вспомни, как последние пару дней стояла жара.
Я уже с месяца не обращаю внимания на такие вещи, как температура воздуха. Кстати, что давненько я не ходил на этой улице. Еда, я тоже. А, да, недавних пор мы с Каро. Кокеру и Сарана часто гуляли по этой улице вместе. Я отрешенно продолжал вспоминать прошлое, то, что было до знакомства с ним. Я переехал сюда, в Футю, где-то к старшей школе. В попытке избежать собственных проблем, я решил жить отдельно. Я уже не помню, что послужило этому поводу, да и был ли этот вообще повод. Но все началось снова в классе средней школы. Одноклассники начали от меня отворачиваться. Люди, которые я считал своими друзьями, стали меня игнорировать. Думаю, они даже не заметили, что начали от меня отдаляться. Дошло до того, что они стали издеваться надо мной. Когда я спрашивал об этом, они отшучивались и все отрицали. И спустя какое-то время я отшучился, перестали и обходились более резкими словами. Поначалу я пытался просто игнорировать их грубости, но в один прекрасный день все это меня отстало. «Какого черта?» — прикричал и тогда своим одноклассникам, которые считали друзьями. Мой крик принесся по аудитории, и весь класс замолчал. Это меня очень сильно смутило. Зачем же было нужно будет так орать? Размышляя об этом сейчас, я понимаю, что это был крик утопающего. Я хотел, чтобы люди заметили, что я еще существую. Я хотел, чтобы меня кто-нибудь понял глубину моих страданий. Мои друзья немного помолчали, прежде чем неловко отвести глаза, а затем с раздражением отрезали. «Больше не разговаривай с нами». Я не мог понять, почему. Я хотел, чтобы хоть кто-то объяснил мне, почему. Но никто об этом не сделал. Так что я молчал. Молча позволил тому случиться. Признать свое существование ненужным. Я остался наедине с чувством глубокого одиночества вплоть до выпускной церемонии. Тем временем отношения к родителям тоже начали развиваться на куски. И до последнего не знал, в чем дело. Но я разговаривал ворами, и поведением матери было понятно, что с ней что-то не так. Вскоре ей перестало хватать даже сил на самые простые домашние дела. И тогда ее госпитализировали. Работа моего отца требовала часто переездов, так что даже в начальных классах я менял школу весьма часто. Все это постоянно давило на мою маму, и в конце концов она должно быть сломалась. Как же долго она жила в постоянном напряжении. Неужели она страдала так же, как и от своих друзей в средней школе? Это было известно только ей. Это бы я только мог считать мысли. Если бы я знал о той печали, что она таила в своем сердце, может, все и не закончилось бы так. Отец без вопросов поддержал мою идею жить отдельно. Уверен, что он тоже был измотан тем, что происходило с мамой. Интересно, что он думает в тот день, когда я ушел? Из-за всего я испытывал в средней школе. Мне не хотелось заводить знакомство с старшей. Даже если и получалось бы с кем-то подружиться, не факт, что от меня не отвернулось снова. Поэтому я считаю, что бессмысленно попытаться строить какие-либо новые отношения. Мне хватило того, что ты нам больше не нужен от тех, кто я считал друзьями. Одиночество бьет больнее, когда тебя отвергают. Лучше просто быть одному. Так я стал в классе одиночкой. Первым, кто заговорил со мной, была Кокеру и Сарана. Ох. Поле зрения попало знакомое здание, и мои мысли вернулись к настоящему. Белое кирпичное здание, кондитерская Зелкова. Ну-ка, что там? Кофе-мороженое, расположенное на главной улице города Футю. Заведение, широко известное своим песочным печеньем и мамбланом. Сегодня, как всегда, из-за двери пробился тусклый оранжевый цвет. «О, Зелкова, мы частенько сюда сбегали, чтобы отметить сдачу тестов и прочего. Честно говоря, то мне каждый раз приходилось угощать вас. Я помню, куда лучше вкус пирожных». Мы вечно спорили, кто получит выше баллы на заключительных экзаменах, проигравший покупал остальным пирожные. Я сам предложил этот конкурс. Мне казалось, будет веселее добавить мотивацию для успешной сдачи экзаменов. Помню, как КХР загорелся этой идеей, и Сарана, наоборот, попыталась вежливо отказаться. Позже я узнал, что они одни из лучших учеников нашего класса. Думаю, несложно представить себе результат теста.
Так что всякий раз, когда у нас были экзамены, так или иначе мы соглашались на соревнования. Конечно же, в конце концов, мне приходилось угощать их. От этих воспоминаний щемило в груди. Все еще злишься, да? А что поделаешь, друг? Сарана там была номер один в нашем классе. Ты вечно жаловался, что не понимаешь материала, но все равно получал высокие баллы. Ха-ха, ты просто никогда не относился к тем текстам серьезно, Хироки. Правда? Я всегда считал, что наоборот. Сарана Тян тоже так часто замечала, что она говорила, если Хироко-кун сидит за мной, я всегда могу предсказать, как скоро он заснет. Ха-ха-ха. Она так говорила? Да-да-да, еще и говорила, Хироко-кун должна быть с планеты Сонь. О чем говорила он? О том, насколько я безответственный, совершенно не помню, честно говоря. Но одно я знаю точно. Рядом с Араной я был действительно счастлив. А потом наступил тот день, что эти счастливые времена были уничтожены. Я думаю, нам больше не стоит сейчас, Хироко-кун. Сарана попрощалась без каких-либо объяснений. Тогда я подумал, что происходит снова. В очередной раз меня сошли ненужным. Эмоции завертелись безумно в вихре, и я не мог сдержать рвущую наружу слов. Я не успел опомниться, как уже кричал на Сарану. Я не помню, что именно говорил. Помню только, что это было очень что-то ужасное. Я засыпал словами, стараясь посильнее ее обидеть, и затем ушел из кафе, оставив Сарану одну. Это был последний раз, когда я ее видел. Она стояла, печально нахмурившись. Эта сцена ярко запечатлелась в моей памяти. Возможно, Сарана просто устала от того, что мое существование вертелось вокруг нее. Но пусть даже и так, если бы я не оставил ее тогда в таком состоянии, она могла быть все еще жива. Ой! О, ты чего? Кокару поворачивается ко мне в недоумленном виде. Я не сделал шагу от кондитерской. Ничего, прости. Уверен? Ну ладно, пойдем. А так или иначе, до ночи не доберемся. Я киваю Амамия и развиваюсь спиной, пробиваюсь из кондитерской света и продолжаю идти. В этот момент я чувствую себя чей-то взгляд. Поворачиваюсь и вижу спиной появившуюся из ниоткуда одинокую девушку, стоящую напротив кондитерской. Одетая в наряд Мика. Она смотрит на меня пронизывающим взглядом. Я ее где-то уже встречал? Пытаюсь вспомнить, она воспоминания не дает мне ответа. Стоп, здесь же куча людей, зачем бы ей смотреть на меня, когда я просто прохожу мимо? Обозналась, наверное. Не успел я подумать об этом, как она направилась в мою сторону. Завороженный ее горделивой походкой, не могу заставить себя отвести взгляд. Да ну, она просто пройдет мимо. И я наконец разворачиваюсь и жду, что она обойдет меня. И тут она сделала выбор. Шепчет она мне на ухо. А? А как, о ком она говорит? Теперь ваш черед выбирать. Выбирать что? Кто она вообще такая? Пока я задаю этим вопросом, девушка отводит взгляд и быстро уходит. Эй, постой. Я поворачиваюсь, чтобы спросить, кто она такая? А она оказывается, что она уже скрылась. Я оглядел еще и ближайшие переулки, но ее след простыл. А, Хироки-кан, что ты делаешь? Вместо того я встретил взглядом с озадаченным Кокеру. А, это ты? Да, это я. Это настолько тебя огорчает? Нет. Не это. Тьфу, ты, я думал, что ты идешь со мной и продолжал рассказывать, оказывается, что я говорю сам собой. Да, прости. Поторопись, пожалуйста, центр связи скоро закроется. Сказал Кокеру, подталкивая меня в спину. Все еще под впечатлением произошедшего, я все-таки пошел в нужном темпе. Мы с Кокеру идем через парк. Этот парк больше похож на лес, был одним из любимых мест Арана. Если поднять взгляд и увидеть гигантское здание, возвращающее над лесной центр связи. Сколько смотрю, каждый раз впечатляет. Еще бы,
Там же хранятся воспоминания умерших со всего региона Канто. Даже если они хранятся всего 49 дней, можно себе представить, сколько здесь, собственно, информации. Кивком говорит Кагеру и идет дальше. Пройдя парк, мы продолжаем наш путь к центру связи. И вскоре приходим. Такс, кажется, вход здесь. Кагеру решительно собирается, пробирается ко входу. Но... Черт! Алло! Он поспешно возвращается. Так и не сдвинулся с места того момента, как мы дошли сюда. Может, ты сходишь сам? Я разволновался до боли в груди. И кажется, с каждым шагом становится все хуже и хуже. Такое чувство, будто сердце стучит в разы громче обычного. Нет уж, мне тебя там... Мне без тебя там нечего делать, Хироки. Что, струсил? А если так? Ох, знаешь, я только недавно понял, что ты со своими тараканами наверняка напридумал себе всякого бреда, вроде того, что ты сам виноват в смерти Саранатян. Так и есть. Потому что ты боишься говорить о ней. О да, это твой стиль жизни, тянуть резину и откладывать все на потом. Ну, прости. Но сейчас попробуй хоть раз нормально поговорить с ней. К тому же... Он на секунду замялся. Если твоя вина подтвердится, ты спокойной душой сможешь последовать за Саранатян. Что? Вырвалось у меня от неожиданности. Как бы сказать-то? Просто представь, что Саранатян легонько подталкивает тебя, когда ты можешь сделать это без колебаний. Слова Катера ни капли деликатности. Он всегда такой, без церемонии говорит о том, о чем другие бы промолчали. Но зато он всегда докапывается до сути и не скрывает правды. Я наконец поднимаю опущенную голову и смотрю на него. Наверное, ты прав. Я боюсь, но все равно должен... Я успокоился и пошел. Я прохожу через автоматические двери и вхожу в здание. Передо мной разворачивается гигантский вестибюль. В помещении играет ненавязчивая приятная музыка. Здесь вообще так тихо и чисто, словно в госпитале. Это место еще удивительнее, чем я думал. Я был здесь пару раз и запомнил эту атмосферу высокими технологиями. Не успел оглядеться, как перед лицом выскочил AR-дисплей. С экрана посмотрела приветливая улыбающаяся женщина. Добро пожаловать в Токинский центр связи. Пожалуйста, пройдите к инвестиционному терминалу слева от вас и поместите свой АМДР внутрь. Я смотрю налево и вижу кучу современного оборудования, стоящее вдоль стены. Это машины для считывания персональных данных МДР. С некоторых пор их стали устанавливать повсеместно. А как мне было связано направляться к терминалу? И как только подхожу достаточно близко, информация МДР считывается. Приятный звон, подтверждающий операцию. Кохара Хироки Сама. Амамия Кахэру Сама, верно? Кому вы пришли? Сзади AR-дисплей с женщиной появляется летающее поле для текста и виртуальная клавиатура под ним. Чтобы ввести имя, я печатаю Мадзунаса Сарана. Мидзунаси Сарана, верно? Принято. Пожалуйста, ожидайте подтверждения, что вы можете с ней побеседовать. После этих слов изображение женщины пропадает с AR-дисплея, оставляя после себя экран ожидается подтверждение. Воспоминания здесь будут видеть только те, кто заранее зарегистрирован. Такое разрешение пожизненно оформляется владельцем воспоминаний. Другими словами, если Сарана не зарегистрировала вас, сейчас вы не сможете с ней поговорить. Не переживай, Саранатян не могла вас не зарегистрировать. Мало ли. Кахэра вдруг со своей силой хлопает меня по спине. Ой! Ха-ха, давай взбодрись-ка. Кахэра уверенно улыбается. Как будто услышав его слова, я на экране снова появляется женщина, заменяя собой экран ожидания. Простите за ожидание, приготовление вашей беседы были закончены. Прошу, проходите. Закончил говорить, женщина исчезает с дисплея, а сама он плавно опускается к нашим ногам и погружается в пол. Истаивая, исчезая. Я продолжаю наблюдать, как он возвращается в поиске света и растягивается по полу.
Эта подсветка указывает через помещение направление комплекса арочных проходов. Она ныряет в один из коридоров, уходящий вниз. Над проходом загорается дисплей, сообщая ваша беседа здесь. Ну что тебе я говорил? Давай вперед! Какэру идет быстрым шагом, и я следую за ним. Красиво. Мы заходили в нужный коридор и опустились вниз. Спустившись вниз, замечаем, что он превращается в нечто фантастическое. Поток синего цвета, будто звездами, усеян настоящими точками. Обалдеть! Бесчисленными огоньками стремится вверх, словно спецлечки. Глядя вокруг, начинает действовать и верить в том, что здесь находится портал между миром живых и миром мертвых. Обалдеть! Не то слово! Какую же пройму денег они сюда вбухали? Ехидно заметил Кокеру. Мы продолжаем идти, переговариваясь, и вскоре достигаем красного полупрозрачного аэродисплея, который говорит: пожалуйста, подождите здесь. За дисплеем видны многочисленные двери, расположенные по обе стороны коридора. Мы покорно ждем. Спустя некоторое время у стен появляются две круглые платформы и останавливаются перед нами. Каждая из них достаточно широка, чтобы вместить человека. Цвет аэродисплея заменился с красного на зеленый, а текст: пожалуйста, подождите здесь, пожалуйста, проходите. Мы должны забрать эту... На эти штуки? Ага, здесь все оптимизировано. Как это придумано? Кокеру сильно впечатлен. Мы забрались на платформы и не поплыли. И они поплыли по коридору. Перед нами развернулся аэродисплей. Я Куродо, директор предприятия. Добро пожаловать в центр связи. Японская организация связи, сокращенная ИОС, это независимое учреждение при Министерстве образования, культуры, спорта и науки и технологии. Было основано в 27-м году. А в 29-м открыл Токийский центр связи. За 3 года с момента появления iOS построил центр связи с Саппоро, Фароки, Осаки и здесь Токио. 4 центра на всю страну. Данный центр связи оснащен оборудованием как для связи, так и для исследований в области нейрологии, биологии и других медицинских отраслях. Ого, впервые об этом слышу. Под связью, как я понимаю, подразумевается общение с принятием умерших. Они зовут эту возможность для живых связаться с мертвыми, используя Teamsnet, чтобы увидеть, услышать, говорить с теми, кто больше с нами нет. Термин принят для означения платформы, на которой работают все коммуникации в МДР, начиная с просмотра веб-сайтов и заканчивая текстовым аудио-видеочатом между пользователями для передачи информации, приходящим через платформы социальных сетей. Но я не знал, что центр связи, помимо прочего, еще и исследовательский институт. Признаться, впечатляет. Представляешь, только для исследовательской нужды отведена большая часть этой грандиозной башни. Элитный персонал, 200 сотрудников, работает и днем, и ночью, используя свою бесподобную и техническую сноровку, помогая обеспечить старания тех, кто потерял своих друзей и любимых. Слушая его объяснение, мы проезжаем мимо нескольких людей на таких же платформах. Только подумать. Как много здесь тех, кто собирается повидаться с почившими друзьями и родственниками. Но возможность слышать голоса мертвых не обязательно исцелит вашу боль. Сюда наверняка приходят и такие, как я, у кого нет другого выхода, кроме как цепляться за подобное место, даже если оно не принесет никакого облегчения. Спустя некоторое время человек по имени Курото исчезает с экрана. Очередной раз появляется женщина. Прежде чем использовать данный сервис, послушайте необходимую информацию. Первые воспоминания умершего хранятся на 49 дней с момента смерти. По исчезанию этого периода воспоминания подвергнутся цифра кремации, и вы можете, не сможете его встретить с ним. Второе. Вам позволено встречаться с умершим только на 13 минут в день. Как только вы достигнете лимита, на ваш сеанс автоматически перерывается. Поэтому просьба следить за оставшимся временем. Всего лишь 13 минут? Так мало. Третье. Не разрешается спрашивать умерших о причине смерти. Даже если вы попробуете, он все равно не смог ответить на этот вопрос. Если обнаружится, что вы попытались спросить что-то подобное, ваша встреча будет прекращена. Что? Почему? Может, потому что деликатная информация не должна оглашаться публично? В конце концов, некоторые люди убивают, а за смертью других скрываются зловещие обстоятельства. Ясно. Но я же хотел спросить рано именно об этом. Как только инструктаж завершился, наши платформы остановились перед одной из дверей. Табличка на двери гласит:
А шо? 113. Мы пришли в конференцию зала Сарана сама. Пожалуйста, спускайтесь с платформы осторожно. Как только мы сходили с платформы, виртуальный гид кланяется нам. Желаем приятной беседы. Аэродисплей исчезает, а дверь открывается. По ту сторону перед нами предстоит другой мир. Сильные стильные деревянные полки выражают книги, элементы декора. По всей комнате расставлены несколько диванов с роскошными подушками. Приглушенный свет создает ощущение уюта. Это трудно описать словами, но я сказал, что помещение окажется обжитым. Словно у комнаты есть хозяин, который только что пригласил нас в гости. Немного напоминает мне дом моей бабушки. Да, почему веет ностальгией? Как только мы с Кокару проходили в комнату, дверь здания автоматически закрывается. После входа в чувство, что это в комнате что-то живет, становится еще сильнее. В коридоре, из-за которого мы пришли, легкий дует ветерок, но здесь, в этой комнате, очень тепло. Кажется, все эти двери открываются за собой отдельные миры. Я прохожу внутрь комнаты и замечаю сомнительную вещь. Что это? На столе у кресла стоит небольшое коричневое устройство, рядом с ним лежала карта. Это телефон, в прошлом через них совершали звонки. Впервые вижу. И как этим пользоваться? Берешь этого штуку под названием трубкой и приглаживаешь своему уху. Следуя инструкция, Кахару, я понимаю, трубка, и она, удивление, тяжелая. Должно быть, было утомительно держать ее по натяжению долгого разговора. С долей скептицизма я прикладывал ее к уху. Жду некоторое время и ничего не слышу. Ха-ха, естественно. Чтобы с ним поговорить, сначала надо вставить карту в слот. Здесь снизу. Я смотрю, как показывает Кокару, и вижу панель с нумерованными кнопками в телефоне. И чуть ниже находится тот самый прямоугольный слот. Так, давайте на этом остановимся, друзья. И пока что все. Потом мы, наверное, Сарану и увидим. Так что на этом все. Друзья, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Всем спасибо большое. Всем пока-пока.